Всем привет, ребята! Вы на канале Чепель в Плэ, и мы с вами продолжаем «Один во тьме». В прошлой серии мы остановились, когда мы попали в монастырь Таруайла. Нам надо, короче, зайти в библиотеку, какие-то записи о том, чтобы как-то расторгнуть этот пакт Темного и Джереми. Давайте продолжим, поиграем. Очень хорошая игра. И вы, ребятушки, если не подписались на мой канал, обязательно подпишитесь, прокомментируйте это видео. Всем огромное спасибо заранее. Так, ну что ж, идем ищем библиотеку. Есть ли тут карта? Очень даже интересно. Но, к сожалению, это нет. Это... типа в выдуманной, короче говоря, в голове Джереми происходит на самом деле. Так, включим фонарь, потому что тут нихера не видно местами. Так, что мы должны найти? Какие-то записи. Записи, именно скрипты, еще какую-то хреновину. Которая нас должна привести. Что это? Я должен спрыгнуть, окей. Так, а куда это я? Прям в пещеру сразу, да? Патрончики есть, замечательно. Это очень опасно. Тут может быть куча монстров, всякой дичи. Так, немножко патрончиков полезно. Туда еще куда-то в яму прыгать или что? Или мне, наверное, сюда? А, мне, наверное, сюда. Да, точно. Что это за место? Очень интересно. Какой-то прудик. Это монастырь. Не, пожалуй, я не буду выключать фонарь. Понимаю, что тут светло, но тем не менее есть темные уголки. Что это? Здесь что-то не хватает. Какой-то крест. Но у меня нету ничего, никаких предметов. Надо найти крест. Для пьедестала, видать, какой-то механизм должен сработать. Так, как статуя куда-то туда вверх показывает. А, ты хочешь... А, вот ты имеешь в виду, платформа будет опускаться. Я понял. Хорошо. Так, а ты мне показываешь... Что именно? Что туда, типа? Надо найти крест. Может, на каких-то статуях? Нет? Не, нету здесь. Очень шумно, блин. Здесь ничего нету. Та бляха. Большая библиотека. Подсказка. А, большая библиотека была бесконечной, прекрасной и ужасной. Запись Акши для вселенной внутри головы Джереми Хартвуда. Теперь оскверненная, навязанная ему история, рассказанная маниакальным жрецом, зло, порожденное наукой и тайной. Я выделю комнату и заперу за снова его характера. Ключ от комнаты оставлю библиотекарю, единственного, кому не замечает бродяга. То есть у ключ у библиотекаря. Обалдеть, это какой-то босс, значит, будет. Прикольно. Это вот эта библиотека? Да хуй его знает, все может быть. Дай ключ, библиотекарь. Тут запутано. Так, подожди, я сейчас туда пойду, но надо все осмотреть. Все уголочки обязательно должен посмотреть. Да. С этой стороны, может, тоже еще какой-то пьедестал будет. И вот тут есть, но он вообще зарос, короче, травой. И ничего, в общем, не могу сделать с этим. Так, ну, выхода нет. Идем наверх вот под этой лестнице. Блять, да ладно, кто там, что там? Тихо. Не ломайся, пожалуйста. Мне еще тут надо пройтись. Чуть-чуть потерпи, хорошо. Так, вот тут что-то было? Не, показалось. Мне показалось, там что-то было. Вот у него есть этот крест, прям в руках. А, ключ Губерта. Понял. Ёб твою мать.
что, блядь? Зараза, Джереми обязательно было проявлять свои самые худшие страхи. Ебать, надо уходить. А он меня тупо не увидел, да? Мне надо съебываться, я понял. Блять, 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 блять. Сука, он здесь. Нет. Только не это. Блять, он здесь, сука. Гнида. Гнида, он здесь. Блять, блять. Блять, он меня сейчас поймает, нахуй. Что же мне делать? Я попал. Я попал в угол. Он меня зажал, сука. Сейчас, что мне делать? Так, ждем. Мне надо очень... аккуратно. Бля, ты что, серьезно? Сука. Он здесь, блин. Как мне от него... Так, выключу фонарик. Фонарик, я так понимаю, он его привлекает. Все равно свет какой-то, блин, не свет. Он здесь. Он прям за этой штукой стоит, да? Вот он, сволочь. Опасно, ребята. Я не знаю, что мне делать. Мне то ли наверх пойти уже. Мне как-то надо туда, блин, пробраться. Спрыгнуть я не могу, к сожалению. Ой, меня сейчас схватит, сука. Нет, 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 я смогу убрать. Я уйду от него, уйду. Я убегу. Вот он, сука. Блять, он со всех сторон меня хуярит. Так. Куда? Так, подожди. Это только полдела. Это половина дела. Нет! Он здесь, сволочь. Так, подожди, надо аккуратно. Куда он? Где он? Где он? Где он? Где он, сука? Блядь, не пойму. А вон он стоит, смотрит, да? Он там стоит, смотрит. Мне надо аккуратно... Ай, нет! Нет, блядь, нет, сука, ебать. Сюда. Я так думаю, что... А, блядь, нет! Пизда мне. Мне пизда. Так, он пошел. Ага, не такой уж ты умный, пидор. Тихо. Проходим. Тихо. Ну, Иван, стелс, все. Стелс, мать твою. Где? Вот лестница. Опасно. Блять, очень опасно, ребятки. Очень опасно. Библиотекарь прям жестко мне прессует. Мать, я он где-то здесь, сука. Я чувствую, блядь, не видишь. Я все, убежал? Да. Какое облегчение. Какое облегчение. Это просто капец какой-то. Я думал, все, мне кранты. Нет, оказывается, я еще могу. Так, ну супер. Получилось у меня от библиотекаря удрать. Ну, я думал, будет сложнее на самом деле. Ну, прям было легче, действительно, чем я ожидал. На первый взгляд было сложнее. Но казалось, нет. Так, мне надо в эту штуку, да, зайти? В этот лифт. Так называемый. Ну, ага. Я туда пришел, значит, мне сюда. Here's something.
Так, ключ Губера, он вообще полностью активирует вот этот лифт. Ну, все места, короче. На дворе стояла жаркая осень, шла сквозь ночь среди неумолимой толпы. Он был кем-то из странствующих артистов, вступающих в публичных залах, вызывающих всеобщие овации. Адрес мероприятия в Новом Орлеане безвольно утерян, но в памяти отчетливо мелькают упоминания о судах по комплекту Перкс. Перкс? Что, блядь? Он у меня забрал! Смотри, 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 у него что-то из ушей вылезло. Детектив! Детектив! Хуан, Хуан! Ну он забрал книгу, мать его! А что, если вы нашли, то что искали? Боюсь назад теперь дороги нет. Я был так близок. Должен быть какая-то зацепка. Неужели Карн думает? Думай. Судоходная компания. Прекст, да? Прекст, верно. Удачи вам, детектив. А, то есть все равно он нашел зацепку, один хрен. В судоходную компанию надо ехать. Слава богу, вы здесь, детектив. Сидеть одной в таком местечке, я не переживу, если об этом пронюхают газеты. Привет, Рут, верно? Рут, правильно? Ох, только не притворяйтесь, что не знаете. Верно, вы знаете меня уже целое досье собрали, детектив. Полагаю, мы не представились должным образом. Я Рут Таллен, мисс Рут Таллен. Если вам интересно. Эдвард Карнби. Эдвард Карнби. Аншанте. Аншанте. Уверены? Я уже свою норму перекрыла. Хорошая штука. Я знаю, у меня отличный вкус, детектив. Слыхала, вы пытаетесь разорвать обещание Джереми темному человеку? Да, вы что-нибудь понимаете в подобных вещах? Нет, но вот что любопытно, если он дал обещание, почему бы просто не сдержать слово? Слушайте, я просто хочу вытащить Джереми из переделки, чтобы он вернулся с нами в Новый Орлеан. Ну, на крайний случай... Что вы делаете? Это знак подчинения темному человеку. Приснился мне однажды. Что? Она тоже, что ли, типа, под контролем темного человека? Я правильно понял? Вы случайно ничего не слышали о судоходной команде Прекста? Слышала, они сколотили целое состояние во время войны. А вот их офис, кстати... Вон там. Да ладно, перенесла мне, как вы это сделали. Что именно, детектив? Бон шанс. Погодите, вы часом не видели Мелли Хартвуд? Хотите заставить меня ревновать, детектив? Нет, я нигде не видела вашу куколку. Обалдеть. Так, спичечный коробок. Коллекционный предмет. Поищите. Сдоконниковая Прэнс. Записи найдены второго. Указывает, что темный человек как-то связан с представителем в то же время, посещав номер Лиана. Уверен, что он там есть адрес. Сейчас все найдем. Смотри, какая-то кухня. А, это типа, блядь, этот. А, значит, здесь будут монстры. Исследовать доки, чтобы найти способ прорваться на склад. Сейчас будем что-то придумывать. Ну а что делать? Заперто с той стороны. Значит, надо искать другой путь. Ох ты, сука! Блядь!
4 патрона из пистолета. Блин. Немножко я, конечно, опростоволосился. Вон еще одна хуйня ходит. Так, не годится. Блин, а почему они не загораются? Надо огонь где-то рядом, да, знаешь, чтобы был. Так просто... Обычно они, вот эти штуки, загораются. Их надо поджигать. Подожди, а мне ж интересно, можно было... Ух ты, ёб твою мать, сука, пиздец. Вот смотри. Надо стрелять прям в этот, в место, где я бутылку кину. Тогда загорается. Вот что там надо делать, все понял. Это что? Бита типа, блин, да? А, дисковый магазин. Ой, это хорошо увеличивает, получается. Количество патронов или как? Подожди, а как это установить? Блин, а как это установить, дисковый магазин? Ты видел, короче? Так, ладно. Это, может, как-то в настройках надо. Пистолета. Ну, давай зайдем просто в этот цель, расследование презенты. Нет, это не то. Карта цели. Расследование. Каким-то образом Карми снова оказался в Новом Орлеане, рядом с доками. Резко пахло водой миссии. Миссисипи. Перед ним было задание судоходной компании Prext. Согласно книге из библиотеки, здесь найдется адрес того места, где Джереми Пермей встретил темного человека. Дисковый магазин. Это было интересно. Как я его могу теперь использовать и в каких целях, я не знаю. Так, водичка. Дай сюда. Лекарств. Ой-ой-ой. Лечимся. Чуть не запустил себя. Там уже здоровья прям не было. От слова совсем. А сюда не можно? Нет, нельзя. Блин, странные места. Получается, я зря сюда приперся. Тут просто в круг обошел, толку никакого. А если как-то все-таки в ту сторону попробовать пробраться? Вот туда. А, нет, нихера. Там тоже тупик. Здесь просто припасы валялись, да? И чувак ходил. Страшный. Ну что ж. Будем пробовать как-то, я не знаю, или обходить их стороной, потому что они уж сильно до хера патроны на них тратятся. А ну сюда. Ух ты, ё! Заходим, заходим. Ой, а что за прикол? Он меня не видит? Так, почти сломалась кувалда. Угу. Не ожидал я такого поворота событий, конечно. Надо взять какую-нибудь другую дубину. Это и уже хана. Ну ох ты, бля, вот это жирняк. Бля, пиздец. Не жердяй там. Так. Пройдемся. Пройдемся. Тихо, тихо, тихо. Ах ты пиздец. Бля, я застрял. Бля, я застрял, прикинь. Я застрял. Текстура. Твою ж медь, ребятки. О! Получилось почти. Ох ты, все, вырвался. Получилось. Блин, застрял, представляешь? Так, патроны. И лечилочка. Да, немножко, конечно. Хорошо, что я получилось выбраться. Но это небольшой баг. Ну, ничего страшного. Кирпич, да?
Нет, патроны. И тем более для дробовика. Так вообще сумасшествие. С той стороны закрыто, да? Значит, с другой стороны надо обойти. Так, заменим. Заменим. Попробуем через верх пробраться. Есть в крыше дыра. Там монстров, слава богу, здесь нету. Это уже радует. Может и есть. Может я просто... Заполнено. Все, я больше нести не могу. Это печально. Да ладно. Всего по 10 патрончиков, а думал можно больше. Есть ограничение. Какой-то ключ. Ключ Стивварда. А, Что? Стивидора. От чего это? Маленький какой-то ключ. Интересно. Стивидора. Короче, какой-то ключ я взял. Ой, бля, все, пизда. Ну, норм. Там как раз два патрончика валяются. Сейчас пополним. Здорово. Интересно, что этот ключ открывает, правда? Пока непонятно. Туда как-то надо, да, пробраться? Стивидор какой-то. Что такое Стивидор? Так я сюда не пройду. Может, это какой-то вот этот кран? Он имел в виду. Да нет, нихуя. А, чернильная лента. Ладно, это, короче, коллекционный предмет. Вот есть дорога вниз, но там завал. Нет, голыми руками это не перетащить. Если я сумею заставить этот кран работать, этот вопрос почти решен. Так, значит, мне как-то в кран надо. Может быть, это от крана ключ? Ну, как-то сильно маленький. Ну, кто знает. С другой стороны. Тут открыто. Так, пляшка. Не отсюда случайно ключ? Да! Это ключ от крана был. Вот и все. Ой-ой-ой-ой, нехорошо как-то. Так, не нравится мне это. Так, текаем, текаем. Пьем. Отлично. Отбился. Я думал, меня убьют. Честно, я вот думал все. Повезло. Блин, правда, патроны до хрена выстрелил. Ну, ничего страшного. То ерунда. Мы сейчас еще насобираем. Кувалда реально спасла. Просто тупо вот. Ох ты ебаный. Ох ты ебаный. Ох ты ебаный. До хрена. Там можно было, правда, и не отбиваться, наверное, все-таки. Огонь помог.
Причем конкретно. Ты же видишь, получается, насколько... Наверное, урона много нанес все-таки. Так бы я вообще бы ничего не смог сделать с ними. Знаешь, плюс в чем дробовика? То, что можно несколько сразу чуваков косить. Это прям вообще приятно. Приятный бонус. Как-то туда можно, я, пожалуй, не пойду. Я вот так лучше. Так, потрошки. Еще потрошки. Отлично. Так, дробовичок. Перезарядить немножко здесь. Поменять трубу. Так, там хер что-то там засел. Я, наверное, его трогать не буду. На его нафиг. Конечно, я, может быть, и пожалею. Ты видел это говно? Какой-то паук побежал. Ебучие пироги. Я чувствую, я попал. Ты видал? Охренеть, блин. Так, потихоньку идем. Что-то мне кажется, сейчас эта гадина на меня прыгнет. Так, выпил. Блин, капец, все, у меня крышка. Три патрона — это сильно мало для этих уродов. Там нету, там что-то есть. Лечебка. Тоже хорошо. Блин, паук какой-то ты видал, блин, я не знаю. Страшно. Ладно. Хорошо, я поправился в склад. Должен быть офис наверху. Слушай, хорошо, хоть тут патроны разбросаны довольно-таки неплохо. Мне хватает отстреливаться. В принципе. Впритык, знаешь, это как-то вот... Тарахтит, слышишь? Тарахтит, сука. Она где-то здесь. Ах ты, сука. Ну, где-то рядом. Там что-то лежит. Ха-ха, отрубленный рог. Это еще один коллекционный предмет. Так, окей. Внизу дофига разбросано этих бутылок с огненной смесью, ну, то есть коктейли Молотова. Это очень хорошо, если что, отбиваться будет чем. Очень полезная штука, прямо очень полезная. Это что? Гарпун. Не, у меня еще вроде как целая, относительно, правда, ну. Это штуковина. А можно покрутить эту фиговину, не? Значит, не надо. А вот и офис. Дисковый магазин, дисковый магазин. Подожди, это, наверное, я... Подожди, а где... Может, есть у меня инвентарь где-то? Цели инвентарь, блин. Я так понимаю, что я подбираю патрон еще к какому-то оружию. Наверное, вот этому. Автомат Томпсон. Надо же, всегда хотел этим пользоваться. Вот к этому, наверное, Томиган. Автомат Томпсона. Вот, к нему, наверное, патроны и собирал. Вот эти. Так, все его вещи. На корабль напали, когда он стоял в доке. Всего его вещи были верны. Вернули, но без кровопролития не обошлось. Нескольких матросов, жителей глубин, утопили в Миссисипи. Все вещи подписаны и доставлены. Теперь главное сберечь бумаги. Лево 4, право
5 шагов и в ужас опять прийти. 4-5, я так понимаю, это код от сейфа? Хорошо. А в ужас опять прийти, это сколько? Опять в ужас. Я понял. Подожди, давай посмотрим еще раз документы. 4 влево, 5 вправо. И в ужас опять прийти. И в ужас опять прийти. А какой последняя цифра? Ну, это, в принципе, уже решаемо, по крайней мере. Это не так сложно будет. Это значит, влево, вправо, влево. Да, и влево сколько получится. Давай, влево 4, 5 вправо. 4 влево. Влево 4. Ага, вот так, да? 2, 3, 4, 5 вправо. 1, 2, 3, 4, 5 вправо. А, блин, хреново. Может, имеется в виду, надо цифры? А, это 6, 5, 4. 4 влево, 5 вправо. А, вот так. Понял. Судоходная компания Прэгст. Грузовой манифест доставлен черному фараону по адресу Галлин Стрит 13. Список предмет: 4 морских судна, реквизит, саркофаг египетский гроб, большой деревянный ящик, декорация. А, тут, короче, все на... Вот оно, адрес, где же Джереми впервые встретился с темного человека. Я так понимаю, это связано с проклятием какой-то мумии. Это интересно. Это что-то похоже, знаешь, как было, короче, я не помню, как этот фильм назывался. Там про тоже мумию было. Проклятие мумии, что-то такое, блин. И там, получается, тоже детектив был, блин. Пуаро или кто-то еще, типа, может, Агата Кристи связаны с этим. Там проклятие мумии Франции, что-то такое. Ну, блин, прикольный был фильм. Так, ну ладно. Наша задача теперь свалить отсюда, да? Адрес мы типа узнали. Мне кажется, сейчас не так просто будет это сделать. Но у меня есть пулемет. Мать его, хотя бы уже что-то сделать можем. Как ни крути. У меня есть пулемет. Теперь могу тарахтеть. Когда мне захочется. Ох ты, ё. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот они, суки. Я должен съебаться, нет? А, мне нельзя. А что ж мне делать, а? Сейчас будем как-то справляться. Ну такое, знаешь, не очень. Я что-то как-то думал, что она будет поинтереснее стрелять. Ну, много патронов потратила, такое себе. Да, их больше просто было кучкой, навалились на меня, гады. Кажется, туман рассеялся. Я могу теперь свалить, да? Пойди, да? Так, а это что за место? Давай посмотрим. Адрес места, где Джереми впервые встретился с темным человеком, увидел Карнби. Печально известная Галиатантин Стрит больше не существовала. И он сомневался, что удастся найти нужное задание. А здание, сохранилось ли оно? И не важно ли это, вдруг он оказался не только в другом месте, но и в другом времени. Возможно. Тут все переплетается, тут сумасшествие происходит какое-то. На самом деле. Хер пойми, что.
Джереми. Опять я до него добрался. You want to tell me what this is? Не хотите объяснить, где это? Welcome, detective. Добро пожаловать, детектив. На самое грандиозное шоу этого по эту сторону Миссисипи. Ньярдлэм, темный фараон. Древний колдун, что положил тысячу жизней и носил тысячу масок. Понимаю, что вы называете темным человеком. Иначе вы не выглядите. Вы ходите, вы испугались какого-то фокусника, который теперь живет у вас в голове. Смейтесь, детектив, но безумие здесь вы. Если считаете, что его присутствие можно игнорировать, оглянитесь вокруг. Look where we are. We didn't get to finish our last conversation. Мы не закончили наш разговор, верно? Вы хотели рассказать, как разговор договор с темным человеком. Расторгнут. Нет, мы не можем, иначе впустим в нее наш мир. Погибнет множество невинных душ. Но ведь должен быть способ разорвать сделку. Способ есть. Он предложил выход, описал шаги. Что за шаги? Вы никак не найдете. Они навеки погребены в его засыпанном пустынном храме. Джереми, я не вам не врал. Скажите, куда идти? Как мне найти этот храм? Нет, мы не можем. Я обязан принести жертву. God damn it, проклятие, Джереми, я вас спасу, не волнуйтесь. Don't worry. Его постоянно пинают, капец. Как спасти того, что не желает спасенным? Что ж, как бы там ни было, я все равно его спасу. Мне просто надо идти как отыскать храм. Так, это какая-то... Не знаю, статуэтка. Не статуэтка, штука, хрен пойми. А, вот она в руках у него. Нужен пароль. Для начала. Это все, конечно, неплохо. Для воспоминания нужен пароль. А, пароль может быть внизу валяется. Тю, я не посмотрел. А, два... О, боже. А, это близнецы. Блин, как по-дурацки сделали, сука, блядь, нахуя? Ну нахуя? Нахуя? Блядь, я понял. Маленькая типа М, это что там у нас? Хрен пойми, блядь, эти знаки зодиака. Ой, рыбы я вижу. Рыбы вижу. Близнецы вижу. И букву Т вижу. Давай заглянем в учебник. Заглянем в учебник. У нас же есть. Так, осмотреть. Вот эта буква М сначала. Получается, это 8. 8. Потом идут близнецы. Ага. Подожди, точно близнецы? А ну-ка, еще раз глянем на картинку. Маленькая, средняя, да, и большая. Так, понял, смотри. М, близнецы, рыбы. Так, хорошо. М, близнецы, рыбы. Ой, блядь, да ладно. М, это получается 8. Близнецы, получается 7, 6, 5. 8, 5. И рыбы 8, 5, 2. 8, 5, 2. Все, вводим. 8, 5, 2. Так, это сначала большое. Маленькое, 8. 8. 5. 2. Ну, в принципе, уже догадался. У него же есть специальный вот этот, блядь, подсказка с этими, блядь, циферками. По крайней мере, это уже... Я поначалу ломал с этими знаками зодиака, а теперь понял. Тут просто есть разгадка небольшая. Ох ты, дыромаха, которая ведет прям в храм.
Чувствую, сейчас будет весело нам с тобой. Так, не сильно помогает фонарик. Найдите способ пробраться в засыпанный храм. Да ты шо? Обалдеть. Засыпанный храм. Это я типа что, должен сейчас попробовать мумию какую-то найти, да? Да ты шо? Засыпанный пустынный храм стоит в его. Стоит ли в него спускаться? Я, честно говоря, не знаю. Так, тут что-то надо вставить или покрутить. Ладно, ребят, давайте на этом месте закончим. Это как интрига будет. Следующая серия. Мы опустимся с тобой в храм. И посмотрим, что ж там за хуйня такая. Что за мумия, может быть, какая-то хрень будет. И может быть, а может быть, это еще и не конец, но хрен его знает. Всем спасибо, кто меня смотрит, подписывается. До новых встреч, в новых сериях. Всем пока.